сегодняшнему дню воронежские земледельцы засыпали в государственные закрома 1 000 000 тонн зерна. Воронежский колхоз имени Карла Маркса. Далеко окрест видно с этой точки, а что ты не ощущаешь привычного для этого времени транспортного напряжения? Оказывается, машины переключены в основном на ночную вывозку хлеба. В самую жару водители отдыхают, зато ночью работают вовсю. И нынче достигнут рекорды для области суточный показатель вывозки зерна – 100 тысяч тонн. Маневр техники осуществляется не только с вывозкой, с уборкой тоже. В каждом хозяйстве есть резервные поля для прямого комбайнирования. Пшеница вся идет сильная. Мы сдали уже около 5 тысяч. Это с надбавкой 50%. Кроме того, рассчитываем превысить уровень 11-й пятилетки. Это значит, еще получим 150% надбавку. Где-то около 37 рублей за центер обойдется нам. А норма 10 рублей? Да, так цена прямая 10 рублей. На протяжении последних 5 лет арендный подряд. Вот. Люди очень заинтересованы, ответственно относятся к делу. И поэтому это сказывается на результатах. Результат – конечный продукт. Какой за эти годы? В прошлом году, например, 42 центера. В среднем, так, за последние годы у нас 35 зерновых. В этом году около 40, надеемся, получить. И еще одна цифра. На сегодня Воронежская область почти вдвое перевыполнила план продажи государству ценных и сильных пород пшеницы, за что получит в качестве дополнительной оплаты около 60 миллионов рублей.